Сегодня в вашем центре побывала делегация из Таджикистана. Мы представляем два города. Это столица Душанбе и потрясающий город Худжанд. Мы находимся в Казани в рамках интересного курса по медиа, по цифровой журналистике. Мы здесь будем всего 4 дня, и, честно говоря, мы очень рады, что первый день он был посвящен экскурсии именно в ваш центр. Честно говоря, это невероятный опыт побывать в таком центре для людей, которые видят его со стороны. Это на самом деле, знаете, такой иллюстративный, идеальный образ того центра, который должен быть, наверное, в каждом городе. Живя в Таджикистане, я понимаю, что нам есть к чему стремиться, и, возможно, мы сможем взять какой-то опыт, позаимствовать какие-то вещи. И спасибо вам большое за вашу работу. Я просто хочу сказать огромное спасибо вам за такую инициативу, за то, что вы помогаете людям с ограниченными возможностями. И что могу сказать? Я под таким впечатлением, что даже вот слов не могу подобрать. Ой. Я впечатлена, конечно, центром. У меня даже слезы. Не могу говорить, потому что слезы наворачиваются. Столько всего, ну вот мы люди, у которых, в принципе, неограниченные возможности, да, иногда не можем настолько красочно смотреть на жизнь, как люди с ограниченными возможностями. И это просто прекрасно, что вы делаете это большое, огромное дело. Потому что, ну, такое дело делают только, мне кажется, люди с большим сердцем. Да, и вам бы просто большое человеческое спасибо. Это очень впечатляет. Да. Спасибо большое, действительно.